Хотелось бы обратить внимание наших граждан на то, что выплата положена за рождение либо в случае усыновления именно второго ребенка. При этом речь идет о детях, рожденных в период с 1 января по текущий момент. Выплаты производятся, это важно понимать, за счет средств материнского капитала. То есть та сумма, которая есть, она будет пропорционально уменьшаться ежемесячно. Значит, ежемесячные выплаты производятся в течение полутора лет. И здесь важно отметить, что если мама обратилась к нам с заявлением в течение 6 месяцев с момента рождения ребенка, то выплата будет произведена с даты рождения ребенка. Если же она обратится позже, то выплата будет назначена с даты ее обращения. Выплаты производятся только гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации. И при этом заявление подается по прописке мамы.